Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор винтовочной пули от американского производителя Nosler. У меня в руках пуля линейки Partition в 375 калибре, 260 грейн, 16,8 грамм, с баллистическим коэффициентом 0,314. Пули опускаются производителем в картонных коробочках по 50 штук. Пуля Nosler Partition, в первую очередь, конечно, пуля для охоты и ни для чего другого, да, то есть пуля охотничья. Вот так она у нас выглядит. Это пуля с двумя свинцовыми сердечниками, разделенными цельной перегородкой. Такая конструкция обеспечивает быструю передачу энергии, грибовидную деформацию и глубокое проникновение с сохранением до 70% от своей начальной массы. Ну, это заявка от производителя, да, то есть бывает больше она сохраняет, бывает меньше. То есть тут все мы прекрасно знаем, смотря куда попадет, смотря на какой дистанции, смотря на какой скорости и смотря в какую дичь. Ну, пуля высокотехнологичная, пуля не бюджетная, ну и калибр, в принципе, ну про калибр я попозже. То есть основные, значит, характеристики ее — это двухъядерные, два ядра здесь из свинцового сплава, которые обеспечивают гриб, образование гриба, да, экспансивного практически на любых скоростях удара. Полностью коническая куртка из медного сплава мгновенно разрывается. В головной части у нас здесь более тонкая куртка. Ну, вот, соответственно, она у нас рвется первой, да, то есть, а у основания она потолще, то есть она под конусом все толще и толще. То есть это позволяет утолщение, да, так скажем, оно позволяет иметь более контролируемое расширение, да, и равномерно изгибает куртку наружу. Интегрированная перегородка поддерживает гриб, да, потому что она отделяет у нас второй сердечник. Первый сердечник у нас изготовлен из более мягкого, чистого свинца, да, так скажем, а задний у нас изготовлен уже из такого пожестче, с добавлением сурьмы. В этой пуле непосредственно присутствуют 5 специальных обжимных замков. Они находятся внутри пули, да, внутри, поддерживают свинцовый сердечник с оболочкой, да, потому что, чтобы противостоять деформации под давлением работы из магнумовских патронов, где все-таки другая чуть энергетика. Минимальная скорость 549 метров в секунду. Минималка, максималки здесь не регламентируется. Прекрасная пуля для охоты. Вот мы здесь видим каннелюр, то есть позволяет делать кремповочную обжимку, да, в гильзе. Калибр 375, в принципе, в нашей местности, да, так скажем, на территории России особо не распространен. Но я знаю, что эту пулю покупают владельцы так называемых отечественных гладкостволов, да, в калибре 3.6.6, ну, которые на самом деле не 3.6.6, а по западной, как бы, классификациям 3.7.5, это ТКМ. Вот. Конечно, пуля не бюджетная, да, то есть, по большому счету, за эту коробочку можно купить, наверное, уже готовых боеприпасов, там, каких-нибудь барнаульских, там, техкримовских, там, штук 100, а может 200, я, если честно, не знаю, сколько они стоят. Вот, но, к сожалению, у нас такую пулю изобретут еще не скоро, да, вот, поэтому, в принципе, имеет смысл попробовать. Ну, вот кто пробовал, да, то есть тем как бы понравилось ребятам. Конечно, это пуля одного вот выстрела, да, то есть на пострелушке с ней ходить не стоит из-за цены, но для охоты она очень даже сгодится. Вот, то есть, в принципе, в ТКМе она в этом, ну, то есть,
которая по 39-ю, так скажем, гильзу, до 100 метров прекрасно по кабану, по лосю, то есть все работает. Сейчас я вам скажу, какая длина у этой пули. 29,1 миллиметра. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем рассказывать вам о новых образцах, которые попадают нам в руки. Хороших вам охот, друзья. Удачных точных стрельб. До новых встреч. The Nosler Partition Bullet has been the benchmark for hunting bullets since 1948. Its dual-core construction and design combine rapid expansion for optimum weight retention for superior terminal performance over a broad range of velocities. The bullet's integral partition supports the expanded mushroom, while the enclosed rear core remains intact, retaining more than two-thirds of the original bullet weight for deep penetration. Our special crimp lock strengthens the bullet base to resist deformation under the pressure of heavy magnums. The Nosler Partition Bullet sets the standard by which all other hunting bullets are judged.